километр налево. Сейчас по лабораторному, наверное, едем, да? Мы сейчас едем по Маршалу-Блюхеру. Хорошо. Нет, не сейчас еще. Не на этом светофоре. Там не на этом светофоре. Не на этом. Не на этом. Едем прямо. Проспект Металлистов, да, вот это уже знакомо. Это вот параллельно. Лабораторный, да, лабораторный проспект уже. Была улица. А, есть улица и проспект, оказывается. Так мы едем куда? Проспект? На улице. Андрюха Пескунов однажды мне, когда он единственный раз приехал в Питер, мне позвонил, это было 100 лет назад. Mm-hmm. Они пешком пошли, с Северного, пешком они шли в центр города. Часы. Ребенку сейчас было налево. Тогда, я правильно предупреждаю? Да. Ребенку поворотник было тогда, тут или понимают все друг друга, или... Поверните налево. Так. Чего, ребенок замерз? Устал? Нет, они не замерзли, не устали. Бравые москвичи. Им сказали, мы думали, что Питер – это маленький, как он представляется. Громадный, да? А там идут вот эти вот корабли, которые на кварталы больше. Да. А сейчас мосты разводят уже или уже не работают? Можем налево, да? Да. Никто не запрещает. Знаешь, я не доверяю знакам. Доверяют мне. Где там? Ты верни потом, блядь. Да, я всех пропущу сначала. Конечно. Но у них что-то много. Ну, сейчас их меньше и меньше. Никого нет? Никого нет. Вау. Осторожно. Трюки знаю. Дави, гаденыши. Завершаем маневр. Вообще не узнаю, где тут лабораторная улица, ребята. Лабораторная улица, пигди. Может, снесли все эти дома, а? Мы сейчас едем по лабораторной улице, ты хочешь сказать, да? Да, ну, по крайней мере, помнишь, мы на нее поворачивали. Навигатор показывает. Или через это проспект? 300... Да, лабораторная улица. Ну, короче, это вот я что-то не могу понять. Ну, это старая, наверное. Лабораторная улица 15, а у нас лабораторная 25 была. Северо-западный региональный МЧС-центр. А, вот это школа, подожди, где же? Это школа была раньше. Поворачивай. Сейчас. Или дальше, поехали дальше. Ну, все, я теперь узнал, это точно лабораторная улица. Та вот самая. С этого места, где это все 30-40-х годов, да? Да, где-то так, вот это вот все. Офигеть. Ну, то есть вот это... уже стратегически застроенные места. Да. Разворачивайся, Асенко. Это вот кинотеатр «Гигант» впереди. Он в Калинин. Быстро и развернулся. Вот дальше, на следующем тогда, за куточки туда. Ну, посмотри, видишь, какие-то домики с башенками поставили. Какие-то, да, готические. И они уже... Не, у меня аварийка работает. Ну, ты лучше выключи аварийку и включи поворотник. Скажи, что ты хочешь повернуть налево. Лучше. Пусть видят все, что с тобой творится. Я так езжу, когда я покурена, я пока.